за 10 лет до предыдущих событий. Ой, старенькая я стала уже. Силы меня покидают. Хорошо, что у меня есть мой внучок. Скоро он придет из магазина, все купит, помощничек мой, везде все поприбирает. Мой любимый аниматроник, мой Фредди, скоро он придет, поможет бабушке. О! Он уже и супчик успел сварить. Какой молодец мой любимый внучок Фредди. Бабушка, бабушка, я уже иду. Бабуля, я бегу. Бабушка. Я уже пришел, бабуля. А, Фредди, мой любимый внучок, купил? Да, бабуля, я все купил, как ты сказала. Масло, молоко, хлеб, макароны. А, какой же ты у меня золотой, золотой. Ты мой аниматроник. Бабушка, я сейчас все поприбираю после вчерашней вечеринки. Хорошо, бабуля? А, конечно, конечно. Да, все друзья остались довольны, да? Да, бабуля, все остались довольны. Ну ладно. Я тогда пойду полежу, а ты везде поприбирай, а потом будем кушать. Хорошо, бабуля, хорошо. Я везде поприбираю. Да, а я устала. Устала, бабушка. Только ты один мне помощник. Хорошо, бабуля, иди ложись. Я везде поприбираю. Как же мне повезло 10 лет назад найти его в канаве маленького. И теперь он вырос. Мой помощничек, мой золотой Фредди. Как здорово, что у меня такая хорошая, добрая, милая бабушка. Никто не любит меня так, как любит она. Да, 10 лет назад она спасла меня. Была лютая холодная ночь, я замерзал, а она согрела меня, принесла в свой дом. Настоящая, хорошая, добрая бабуля. Так, вот здесь сейчас все поприбираю, попротираю. Супчик я уже сварил. Здорово. Так. И теперь вот там надо будет прибраться и буду будить бабулю. Будем ужинать. Так, вроде все чисто, вроде все хорошо. Бабуля! Бабушка! Бабушка! Вставай, бабуля! Давай ужинать! Фредди, мой золотой! Бабуля, все готово, да! Все полностью готово, пойдем ужинать, бабушка! Ой, внучок,
Какой ты у меня хороший. Пойдем. Ага, пойдем, бабуля. Там суп с плюшками. И так жили той аниматроник и бабушка Гренни счастлива изо дня в день. Но каждый вечер, как только той Фредди ложился в свою постель, каждую ночь забивала за ним дверь, чтобы никто не мог проникнуть сюда. А почему, ты спросишь, почему же она это делала? В то время, как Фредди спал и наслаждался прекрасными сновидениями, из подвала разносились ужасные страшные крики. Выпусти меня! Выпусти меня! Он тоже мой! Нет, не трогай его! Не трогай! Он мой, он хороший! Я выберусь! Отдай мне его! Отдай мне его! Иначе я сама заполучу его! Нет, ты не получишь! Он хороший! Он мой внук! Он любит меня! Я выберусь и уничтожу вас обоих! Итак, ребята, если вы хотите узнать, кто же кричал из подвала и угрожал бабушке Гренни и Фредди, обязательно поставь лайк, подпишись прямо сейчас на мой канал, и если ты хочешь увидеть продолжение этой страшной истории, давайте соберем под этим видео 5000 лайков. Ну а вас ждет продолжение. Всем счастливо, всем покедова!